Это Сити Радио, друзья, 540 АМ, но сначала о сексе. Это самое рождение нового радио, событие всегда знаменательное. А если учесть, что появление Сити Радио в Нью-Йорке ждали давно, можно понять энтузиазм, с которым его встретили русскоговорящие слушатели города Большого Яблока. Наша радиостанция – это команда интересных, творческих, очень известных в нашей общине людей. И уникальность нашей команды заключается в том, что мы уже давно работаем вместе и понимаем друг друга с полслова. Программы на нашей радиостанции очень разноплановые, которые, я уверен, принесут дополнительную энергию и радость нашему городу и нашим радиослушателям. О том, что новое радио с самого момента своего основания стало популярным, говорит тот факт, что звонки в редакции не умолкают, а слушатели настраивают свои приемники на новую частоту. Это радио, которого мы так долго ждали и наконец-то дождались. Очень приятно слышать знакомые голоса, знакомых дикторов, и, в общем-то, все очень здорово. Независимая радиостанция, объединившая профессиональных ведущих, диджеев, звукорежиссеров, сейчас работает с 7 утра до 7 вечера. К лету планируется значительное усиление сигнала. Объем вещания станет круглосуточным. Мы только открылись пару дней, но уже телефоны звонят, люди очень довольны, что мы опять в эфире, что весь наш коллектив жизнерадостный. У нас хорошая энергия, мы постараемся сделать много интересных вещей для нашей общины. Это будут концерты, фестивали, конкурсы. Всем будет интересно включить Сити Радио, и тот, кто его включит, я думаю, уже никогда его не выключит. Свежие идеи, молодость и талант – вот основные плюсы нового радио. Легкость ощущается не только в эфире, но и в отношениях между сотрудниками. Сити Радио – это ярко. Сити Радио – это огромное удовольствие от своей работы. Это дюжина хорошего настроения. Почему дюжина? Потому что с 7 до 7. Мы хотим, чтобы, включив волну 540 АМ, вы понимали, что это не Сан-Франциско, не Лос-Анджелес, при всем уважении к этим городам. Это именно столица мира – Нью-Йорк. Яркая индивидуальность каждого сотрудника создает веселый, интересный, захватывающий эфир. Для каждого из них понятие «городское радио» наполнено своим особым смыслом. Сити Радио – это сделано в Нью-Йорке. Сити Радио – это наш город, это то, где мы живем, это наша жизнь. Сити Радио – это то, что мы каждый день дарим людям. Это легкая психотерапия для жителей этого сумасшедшего города. Энергии и задору, с которым Сити Радио ворвалось в жизнь города, можно только позавидовать. Хорошо продуманная маркетинговая стратегия, нестандартный подход к рекламе и серьезная работа с каждым потенциальным рекламодателем – неотъемлемая часть каждодневной жизни радиостанции. Сити Радио – это нелегкая, но очень интересная работа рекламного отдела. Это любовь всех наших рекламодателей. Радио – это не только эфир, а радио – это концерты, фестивали, тусовки. Сити Радио – это ваше радио. Сити Радио – это радио вашего города. Открытие новой волны совпало с началом весны. Общее пробуждение в природе каким-то непостижимым образом вдохнуло жизнь и в работу русскоязычных средств массовой информации. Сигнал 540 охватывает территорию проживания более миллиона русскоговорящих американцев. Похоже, что Сити Радио, предназначенное для освещения городских событий, станет неотъемлемой частью жизни Нью-Йорка. Ирина Савина, Ави Абрамов, специально для канала НТВ «Америка».